Привет, дорогие друзья! Как вы знаете, наша любимая распродажа 11.11. стартует. В 22 году обещают особо большие скидки и особо грандиозную распродажу. Она началась с 1 ноября и продлится до, по-моему, 13, если я не ошибаюсь, но не суть. Есть несколько идей, что купить, на чем можно сэкономить, что купить на подарок либо себе. И вот приехала такая замечательная штукенция, о которой я, честно говоря, давно мечтал. Это перкуссионный массажер. Самый популярный на просторах интернета, Алиэкспресса, китайского интернета, скажем так. Это Феникса 2. С боксом. И что нам приехало? У нас вот такая вот замечательная макулатурка. Должно быть, по-моему, 6 насадок, если я не ошибаюсь. Так. Предупреждение и так далее. Но это нам особо не интересно. Зарядочка европейская. Значит, 25 вольт, 1 ампер. У нас стоит аккумулятор здесь на 24 вольта, если я не ошибаюсь, 2400 миллиампер, 2500. 2500 это уже новая версия, потому что в старой версии был, по-моему, 1500. Ну, не суть. Рекомендовано его зарядить первый раз перед использованием в течение 6 часов, да, потом начинать пользоваться. Это версия, которая с экранчиком. Мне она что-то понравилась немного больше. Вот, я так понимаю, что... Сейчас мы включаем переключатель. Я так понимаю, это у нас заряд, а это у нас мощность. И для того, чтобы включить, ну давайте сейчас определимся. Для начала, это очень крутая вещь для того, чтобы обеспечить дополнительное расслабление мышц, связок, массаж. Женщины тоже оценят в плане массажа антицеллюлитного. Вот. Куча всевозможных насадок. Вот. Есть мягенькие, есть жесткие шарики, есть прям такие жестокие насадки, есть плоские, плоская, есть вилочка, которой можно обходить мышцу по кругу, то есть с двух сторон и, допустим, позвоночник проходить, ну, не знаю, тут врачам виднее. И вот такой вот большой шар массажный. На самом деле все это достаточно просто, собирается. Хорошо защелкнули, включили переключатель, нажали кнопочку «Вкл», и он пошел работать. И мы можем с вами... Оп. Не защелкнул. Еще почувствовал, думаю, не защелкнул. Хорошо. Оп, да. Вот, ну это мы сейчас попробуем снять в замедленном. Может, будет больше толку. Вот, вот такая вот замечательная штукенция, ребят. Я думаю, что в использовании тем, кто занимается спортом, имеет какие-то хронические... заболевания, которые нужно разминать, массажировать и так далее. Это очень даже полезная вещь в доме. Итак, друзья, что нам обещает производитель в этой штучке? Не увидим, ну ладно. Производитель нам обещает 24-вольтовый аккумулятор. Обещает усиленный мотор, который будет обеспечивать 3200 движений в минуту. Вот, амплитуду от 10 до 12 миллиметров, что, в принципе, нормально. Если у вас версия с кнопочками, то там три варианта скорости. Они, по-моему, будут там 1800, 2400 и 3200. Здесь более плавная регулировка, потому что вы можете от 1 до 20 по мере нужды увеличивать частоту колебаний.
Вот. Ну и всевозможные варианты насадок я уже вам рассказал. То есть, помимо того, что есть какие-то вещи для комфорта, у каждой есть свое определенное назначение. То есть, есть шары, есть вилка, есть мягкие всевозможные вещи. Поэтому обещают нам производитель 4 часа работы непрерывной от одного заряда, чего вам, в принципе, хватит с головой. И врачи не рекомендуют задерживаться на одном месте дольше 30 секунд. Для того, чтобы, ну, вы же понимаете, много вибраций для мышцы тоже может быть не полезно. Штукенция эта весит вместе с насадкой порядка 900, по-моему, 80 грамм. Сейчас я посмотрю, точно пишут. Силиконовая накладка, все это хорошо. Так, смотрим. Ну, в общем так, ориентируйтесь, что это вес в районе 1 килограмма. 1 килограмма. Да, вы можете выбрать американскую либо европейскую вилку, и в принципе все. Остальные как бы вопросы, что касается использования этого устройства непосредственно, я бы рекомендовал посоветоваться с врачом. И, ну, вообще я рекомендую это людям, которые знают, для чего эта вещь им нужна. Потому что если вы не знаете для чего, ну, как бы лучше ее самостоятельно не использовать, дабы не навредить себе. Вот. Но если вы хотите какому-то товарищу, другу, брату, свату, еще кому-то подарить на день рождения, например, вот такую замечательную штукенцию, если он человек занимается спортом, либо он профессиональный массажист, и у него такой штуки нету, это прям вот бомба. Бомба. Потому что это так называемые тироганы, но тироганы стоят каких-то невменяемых денег, а это такая дешевая версия, скажем так, не из самых дешевых, но достаточно хорошего производителя, уже проверенного, с хорошим мотором, который послужит вам достаточное количество времени. Сейчас очень замечательная цена, ссылка будет в описании. Если вы будете использовать промокоды и купите до конца акции, то он вам выйдет практически в 2 раза дешевле, чем он стоит обычно. Вот. Ну, вот такое вот интересная штукенция. Мне кажется, она будет очень интересная для использования в домашних условиях людям, которые, ну, я считаю, занимаются спортом. Основное, первое. Вот, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам хорошего. Пока.